Медицинская скорая, 12-я. Слушаем, а что у вас случилось? Добрый день. За границу не ездили, с больными общались, за пределы области. За границу не выезжали, за пределы области. Теперь это обязательный вопрос, который задают сотрудники единой диспетчерской службы на подобные обращения. Цель – обезопасить бригады скорой помощи, предупредить их, что возможен контакт по коронавирусу. Правда, сейчас диспетчер не просто связующее звено между скорой и пациентом. Он и психолог, и консультант. Если действительно нуждается, в состоянии у него такое тревожное, все, температура высокая, выше 39, мы вызов записываем, не отказываем. Если человек просто интересуется, где ему пройти, тест на коронавирус, симптомов у него нет, то мы отсылаем их. Или звонить, чтобы они звонили на горячую линию, даем им телефоны эти. Если температура там субфебрильная или что-то их беспокоит, то чтобы они, которые были лица в контакте, чтобы они не выходили никуда из дома, вызывали на дом участковых докторов и семейных врачей. С начала марта в общей сложности поступило порядка 700 звонков от людей с подозрением на коронавирус, контактных или уже с подтвержденным диагнозом. Но при этом в единой диспетчерской службе не отмечают всплеск обращений. Даже есть некоторое снижение. В настоящий момент количество вызовов не возросло. По сравнению с январем и февралем количество вызовов уменьшилось. Если раньше мы принимали порядка 1200 вызовов в сутки, сейчас мы принимаем порядка 1000 вызовов в сутки. Это, конечно, связано с наличием соответствующей эпидобстановки в области и стране. Мы получили вызов. Температура, судороги, нарушение сознания. Все вызовы оперативно приходят на электронный планшет дежурной бригады. В данном случае с особой пометкой «Быть осторожными». Для врача, фельдшера и водителя скорой это маячок. Перед выездом нужно надеть защитные костюмы. Их сразу три вида. Два типа одноразовых, которые после каждого пациента ликвидируют, и многоразовые. Их затем обрабатывают. А еще специализированные маски, перчатки и защитные очки. Это сейчас минимальный набор для выезда даже к обычным пациентам. Нам демонстрируют краткосрочные запасы. У всех имеется должная маршрутизация, имеются средства защиты для каждого члена бригады, для каждого. И у нас независимо, это медработник или же это водитель скорой помощи, всем выдаются средства индивидуальной защиты. Имеется непрерывный запас этих средств защиты. То есть вот они израсходовались по мере необходимости, трехдневный запас. Они израсходованы, значит, мы получаем, и центральная у нас есть аптека. Это запас на каждого члена десятка бригад скорой из расчета максимально возможных 20 выездов в сутки. В среднем же за одну смену у каждой в работе по 10 звонков. Защитной экипировки достаточно, пополнение регулярное. На сбор дежурной бригады 6 минут. После передачи потенциально инфицированного пациента в медучреждение бригада пакует свою защитную экипировку в мешки для утилизации. А машину в течение 7 минут обрабатывают хлорированным раствором. Это делается сразу прямо на месте. Во второй горбольнице Белгорода для этого есть дезинфекционные боксы. Для фельдшера скорой помощи Екатерины Литвин работа в постоянной боевой готовности к контакту с инфекцией уже привычна. Выступаем мы на 24 часа. Стараемся приходить сюда пораньше, чтобы успеть принять медицинские препараты, сумки, аппаратуру. Постоянно в течение дня, с утра, в обед и вечером обрабатываем средствами машину, ворцуем. Постоянно вызывал вот именно с подозрением на коронавирус. Ну, 1-2 на бригаду в сутки иногда бывает. Иногда бывает, что на нашу бригаду не выпадает такой вызов. Готовы к работе с коронавирусом и в Староскольской окружной больнице святителя Луки Крымского. Обязательные условия – отдельно стоящее здание инфекционного отделения с индивидуальными боксами для больных. Здесь их 84 с отдельным входом и собственной системой вентиляции. Бригада скорой медицинской помощи привозит пациента с установленным диагнозом ковид либо с подозрением на диагноз ковид в инфекционное отделение Староскольской окружной больницы. У нас есть приемное отделение, так называемая грязная зона, куда входят работники скорой помощи с этим пациентом. Там их встречает медицинский персонал, одетый в соответствующую одежду, средства индивидуальной защиты. После оформления потенциально инфицированных пациентов с COVID-19 в Староскольской окружной больнице тоже предусмотрена дезинфекция транспорта службы скорой помощи. Регламент есть специалисты.
Будем обрабатывать машину скорой помощи. Вначале дверь и ручки снаружи, затем внутри все и затем снаружи. Аналогичная обработка машины на самой станции скорой помощи происходит ежедневно перед выходом на дежурство. Дезинфицирующего раствора не жалеют, средства есть в запасе. Машина обрабатывается, идет у нас текучая дезинфекция. Это когда машину мы полностью моем с дезраствором, и она уже выходит на линию. Это перед каждой сменой. У меня 6-7 пар перчаток. Мне как дезинфектору, санитаркам тоже 4 пары. И плюс у меня 3-4 маски, которые я меняю. Если закончилось, я иду материальную, мне еще дают. У меня не было такого, чтобы мне никто не дал маску. Оснащение средствами защиты самих бригад Староскольской скорой помощи сейчас тоже на особом контроле. Отвечает за выдачу расходников главный фельдшер станции. На пункте выдачи маски, перчатки, средства для обработки рук и дезинфицирующие растворы для медицинских приборов. Сотрудники заступают на смену, 7:30 приходят. До момента выезда, то есть полчаса у них на то, чтобы укомплектовать себя и свою машину при выезде. Выдаем мы по 3 маски и по 3 перчаток единовременно. Но это с учетом того, что они приезжают, и когда они израсходуют, они могут пополниться. Зачем мы сейчас сразу они будут набирать на целый день? По словам исполняющего обязанности главного врача Староскольской станции скорой медицинской помощи Олега Бондаренко, они обеспечены расходниками на ближайший месяц работы, но уже через 3 недели ожидают пополнения запасов. Дарья Гатинцева, Павел Болтаев, Павел Емелин, Евгений Игнатов. Программа «Такой день на мире Белогорья».